появлением разнообразного декора сад стал не только местом для отдыха, но и возможностью воплотить в жизнь творческий потенциал. Расставить нужные акценты в ландшафтной композиции помогут садовые фигуры. Магазин «Хитсад» предлагает фигуры для сада разнообразной тематики, размеров и назначения. Ознакомиться с ними можно в специальной категории каталога, в которой вы увидите фигуры диких и домашних животных, птиц и сказочных персонажей. Скульптуры не боятся дождя и морозов, так как выполнены из стеклопластика и полистоуна. Можно выбрать и приобрести целые наборы со скидкой. Ждем вас в hitsad.ru. Здравствуйте, дорогие телезрители и, конечно, подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Обожаю вас всех! Вот какие бы вы вопросы ни задавали и комментарии ни писали, вот спасибо вам, приспасибо большое! Но сегодня речь пойдет не только о моей благодарности. Я хочу вам показать свои перцы. Все-таки вы меня достали так с моей дохлой рассадой, что не показать просто не могу. Хочу обратить ваше внимание уже не в первый раз, что мои перцы как раз выглядят так, как положено к середине апреля. Посеяны они 15-18 января. Я вам писала, что я очень сильно разболелась и посеять 11 и 9 никак не могла. Значит, замечательные ребята тут, значит, в горшках. Ну, вы знаете, люблю растения всей своей душой. И все, что им надо, а не мне хочется, я им обязательно всем дам. А внимание обратите на то, что вот у этого перчика семидольки на месте. Видите? От радости. Пожелтевших листиков нету. Ни у этого, ни у этого. Растут они по два, как я всегда и делаю. А перцы, да и баклажаны тоже, они любят конкуренцию. И я вам уже говорила, что просматривая каналы, ну, подобные огородные, всякие разные, я обращаю внимание на густоту посадки перцев и баклажан. И посажено все очень густо. То есть им, в общем, вот такие расстояния, ну, ни к чему просто. Самое главное, чтобы они были здоровы. Перец растет с конкурентом очень хорошо. Вот это как бы один, вот это второй. И рассадина, которая была, это была получше, это была похуже, естественно. Но вместе им хорошо. Этот набирает цвет, он уже разделил свои вилки, запустил. У этого только вилки образуются, и когда начнется плодоношение, естественно, этот будет уже с перцами, а этот маленько погодит и выдаст их тогда, когда уже к засолке будут готовы и свободны руки. Для переработки я имею в виду. Значит, что же все-таки у них за почва? Я ведь делала ее на ваших глазах. Я перемешивала это все так, как положено для этих растений. Да, здесь нейтральная почва, да, там в составе доломитовая мука, здесь в составе вермикулит, агроперлит, ну, агровермикулит. Разница только в том, что один там кругленький, другой такой тоненькими палочками. Состав-то все равно один и тот же. Политы они, вот поливать перцы нужно достаточно часто, они очень любят воду. И не просто плескануть 100 грамм, а пролить так, чтобы у вас в поддоне вылилась вода. И не просто вылилась, чтобы вы понимали, лучше бы, если, как я это делаю, я их ставлю в ванну, вот прям вот так, и жду, когда вода поднимется до верха, когда почва сверху станет абсолютно влажной. Только тогда они уезжают снова на поддоны и, естественно, на подоконник. Стоят они на восточном окне. Это самое элитное место в доме. На южных окнах совершенно по-другому себя чувствует рассада. Не то чтобы много солнца, там просто жары много. И как-то вот знаете, когда первый свет восходящего солнца, все растения обласканы. И если через 4 часа солнце уходит с той стороны, с востока, переходит сюда, на южную часть окон, ну, все равно им хорошо. Может, они немножко тонковаты, но я бы так не сказала бы. Они стоят самостоятельно, без всяких подвязок. Единственное, что иногда их приходится поворачивать, потому что они прямо листьями прилипают к окну. Я боюсь, что вдруг заморозок. А все-таки, ну, хоть это там и стеклопакеты, но может все-таки быть подмерзание. И я их старательно раз в 2 недели разворачиваю
Ну, естественно, вечером, чтобы не дать им страдать, не приносить никаких неприятностей, разворачиваю в сторону как бы комнаты, да? Значит, что еще про подкормки? Они подкормлены два раза. Первая подкормка, она была после того, как перцы неделю принялись. Ну, естественно, водой-то поливка была при посадке, понятное дело. Значит, первая подкормка через неделю, это был нашатырный спирт, либо 200 грамм миллилитров воды и 5 капель нашатырного спирта, если у вас они еще маленькие, да? А если они уже побольше, ну, чтобы воды было сразу много поливочной с нашатырем, я беру либо на ведро 2 столовые ложки, либо на пол ведра на 5 литров 1 столовая ложка нашатыря. Вот это была первая подкормка. Вторая подкормка была, естественно, дрожжами. И обратите внимание, да, это было уже 100 грамм на 10 литров воды. Если они были бы поменьше, такие ростиком, тогда 10-20 грамм на 10 литров воды. Но они были уже большенькие, поэтому я себе позволила 100 грамм на 10 литров воды, развела сырые дрожжи и не настаивая. Этого делать не надо. Мы не брашку ставим, девочки и мальчики. Значит, они были пролиты, то есть были политы, опять же, через поддон, чтобы корни получили все, что им надо. Понимаете? А не поверхность почвы. Это очень важно. И вы должны об этом помнить всегда. Поливать только через низ. Здесь поддоны не очень удобные, но уж какие есть. Поэтому приходится наливать все это в ванную и ставить туда горшки для того, чтобы они напились. Я точно рассчитываю количество воды. Если каждому нужно хотя бы 700 миллиграмм для того, чтобы он напился и влага поднялась, то я просто считаю, да, столько у меня горшков с перцами, баклажанами, и баклажаны были подкормлены также. И никаких белых пятен у них на листьях нет. Мне, да, комментарии есть такие, что я полила, и у меня на завтра там появились белые пятна. Нет, девочки, они у вас должны были появиться раньше, потому что это заболевание, это паразитные заболевания, понимаешь? Понимаете, это не просто там откуда-то с неба упало или от дрожжей появилось. Может быть, вы только туда килограмм дрожжей развели в 10 литров? Тогда я не отвечаю за их состояние. Значит, что же мы делаем дальше? Перцы растут, готовы к плодоношению. Обратите внимание, крона перца, вот это крона его, вот эти листья, это и есть крона. Если опустить проекцию кроны, она как раз идет по краю горшка. Пока они еще за пределы проекции кроны не выпали. Пока им этого достаточно. Я надеюсь, что я успею их высадить. Но если они все-таки переступят границу проекции кроны, ну тогда неминуемо, после того, как мы перекатим, да, эти перцы вместе прямо вот с этой почвой в лунке, уже в парниках или в теплицах, то, конечно, они начнут очень сильно растить корневую систему, но не за счет того, что она сама работает. До проекции кроны они должны развить корни, так природа устроена. А за счет того, что они будут брать питательные вещества у листиков, у цветочков, у плодиков, реутилизировать. Они будут для корней все это из себя самого брать, а это все, из чего они взяли, будут сбрасывать. Вот чтобы такого не происходило, быстренько и срочненько из ваших сметанных стаканчиков, из 0,5, 0,7, 0,9 контейнеров, вот горшок должен быть, ну вот примерно вот такой по диаметру. Хотелось бы больше, ну правда уже, не поставить столько, сколько хочется. А хочется всегда много, а хочется просто невероятно много. Ну давайте уже таблетки от жадности начинать пить. Что-то мне сегодня опять с русскими словами. Значит, все, что я вам сказала, это все, что делаю я. То, что делаете вы и пишете мне, я, честно сказать, ну, очень не понимаю, что происходит. Либо вы один метод выбираете, либо выбираете другой метод. И следуете точно одному методу, который вам предложили не только я, но и остальные блогеры. Понимаете, там много хороших советов, очень много. Ну, мои советы настолько просты, настолько понятны, настолько нетрудо и финансово незатратны, что, я думаю, тот, кто выбрал все-таки мой метод,
А таких отзывов очень много, и они все с благодарностями. Я думаю, что это правильно, потому что за столько лет я научилась отбрасывать все, что не нужно, что создает только лишнюю работу, не помогая растениям. Ну, на этом закончу. В общем, перцы должны выглядеть вот так. И вы увидите все перцы и все баклажаны прямо на подоконнике.